Судя по тому, как вообще развивается бизнес фармацевтический, то, конечно, это лекарство, которое, возможно, уже разработано, оно, скорее всего, не будет доступно сразу. Вот. Нет ничего проще, чем заработать деньги на страхе, да, денег на страхе или на смерти. Вот. Поэтому такие вещи, конечно, безусловно, я не верю в то, что вот бах, и всем стало это все доступно, и все мы излечились. Потому что, знаете, рак дело такое вообще, достаточно страшное. У меня вот близкие друзья сейчас лечатся, и слава богу, у них все хорошо. Но тем не менее, я не знаю, вот будет ли доступно, нет, я не думаю, что будет доступно. Потому что все необходимые для жизни препараты, они обычно стоят дорого. Вот. И люди на них сидят по жизни. А вопрос еще какой-то был, да, там внутри. Ну. No.